Привет, друзья! Хандея Эрчель последние несколько лет находится на пике популярности. У молодой актрисы постоянно растет количество поклонников, особенно после того, как Хандея начала играть в сериале «Ты постучись в мою дверь». Не секрет, что Хандея является одной из самых обсуждаемых личностей Турции. Недавно официальный профиль Хандея в Инстаграм превзошел цифру 20 миллионов подписчиков. Хандея сердечно поблагодарила своих подписчиков. «Я не знаю, как вас поблагодарить, все случилось так внезапно», — сказала актриса. Что касается слухов о новом романе Хандея с Муратом Акдоан, отношения завершились, так и не успев начаться. Турецкая пресса сообщает о скоропостижном завершении романа. А виной тому стали родители Акдоана, которым не понравилась невестка, и по этой причине молодому бизнесмену пришлось разорвать отношения с Хандея, хотя они по-прежнему подписаны друг на друга в социальных сетях. После последних событий турецкие СМИ и фанаты пары Ханкер снова взялись за старое. Керем Бюрсин заснял Хандея Чиль на видео во время подготовок к съемкам сериала, сделав ей комплимент. Ты такая красивая, боже мой. Это видео взорвало соцсети, и снова начались обсуждения пары Керема и Хандея. Что касается судебных дел Хандея Эрчель, актриса снова подала в суд на Альпа Кылынча, который оскорбил ее, сравнив ее лицо с лепешкой. На этот раз Эрчель подала иск о возмещении морального ущерба на сумму 15 тысяч турецких лир. Напомню, что Хандея выиграла первое дело, и Альпа Кылынча обязали оплатить штраф в размере 2180 турецких лир. Блогер Альп Кылынч возмутился, опубликовав видеообращение к Хандея Эрчель, заедая чипсы с лепешками на камеру. Альп Кылынч сказал следующее: «Этого уже достаточно. Правда, дома не осталось и куска хлеба. Мне не на что купить сыр, я покупаю сырные чипсы и ем их вместо сыра. Зачем тебе эти 15 тысяч лир? Ты пытаешься связаться со мной? Ты в меня влюблена?» Как отреагировала Хандея на это видео и ее дальнейшие действия, пока неизвестно. На сегодня все, друзья. Спасибо, что смотрите мои видео. Если вам понравилось, поддержите лайком, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, берегите себя и до новых встреч!